Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такие брелочки ко дню влюбленных. В предыдущем видео мы с вами связали уже вот такое сердечко ангелочек. А в этом видео будем вязать вот такое сердечко дьяволенок. Ссылку на мастер-класс сердечко ангелочка я оставлю под видео. Переходите и вяжите. А в этом видео свяжем вот такое сердечко. Крылышки вот до 13 сантиметров с крылышками брелочек. И само сердечко, если вот с рожками замерять, то до 6 сантиметров. Вот такие брелочки. Приступим к вязанию. Для работы я буду использовать пряжу джинс ярна 50 граммах 160 метров и вязать буду крючком 2 миллиметра. Красной пряжей начинаем вязать сердечко. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4 5 6 и колечко затягиваем. в первом ряду 6 столбиков переходим на второй ряд. во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1 2 3 4 5 6 7 и Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Во втором ряду двенадцать столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем один столбик. Следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда всего таких 6 повторений еще раз показываю один столбик следующий прибавка вяжем так до конца ряда в конце третьего ряда 18 столбиков вяжем четвертый ряд провязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5 после 5 столбиков прибавка таких три повторения в конце четвертого ряда 21 столбик пятый ряд в пятом ряду провязываем 21 столбик без изменения вяжем их так до маркера и вот получилась такая деталь их нужно связать две. У первой нитку отрезаем, у второй нить оставляем, так как будем эти две детали соединять между собой и продолжать вязание. Теперь вот лицевой стороной одну деталь и вторую деталь прикладываем вот так друг к другу. И будем провязывать 4 столбика вот Захватываем за столбики одной детали и за столбики второй детали. Провязываем один столбик, второй столбик, третий и четвертый. Итак, мы соединили две детали между собой с помощью четырех столбиков. Теперь разворачиваем вот так вязание. Смотрим, где начинается у нас первый столбик. Вот он. И в него провязываем столбик без накида. Я сюда одену маркер. Это у нас начало ряда.

16 и 17. Вот провязали 17 столбиков по одной детали. Теперь нам нужно переходить на вторую деталь. Если у вас можно вот провязать сразу за столбик, если у вас здесь не получается дырочка, то можете так провязывать. У меня, как видите, вот получается такая дырочка. Для того, чтобы ее не было, я захватываю за переднюю стенку столбика, из которого мы уже вывязали столбик без накида. Вот за переднюю стенку. И за переднюю стенку следующего столбика, вот на следующей детали. Получается как бы такая убавка. Но на самом деле этой убавки нет. Мы так, видите, провязали этот столбик и дырочки нет. Это один столбик по второй детали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16 и 17. Так, в шестом ряду получилось 17 и 17 столбиков, 34 столбика. Переходим на седьмой ряд. Вот начало ряда. Здесь тоже, если мы сразу провяжем столбик, может получиться вот дырочка. Вот такая. Вот чтобы этой дырочки не было, повторяем. Захватили вот за переднюю стенку столбика, из которого мы уже вывязывали столбик. И за переднюю стенку столбика, из которого должны вывязать столбик. Провязали один столбик. Это у нас начало ряда. Дели маркер. И теперь так довязываем до маркера 34 Вяжем их без изменения. Там, где будем переходить с одной детали на вторую деталь, уже таких убавлений делать не нужно. Так как полотно уже ровное. Вот сейчас я сюда довяжу и покажу. Вот видите, здесь уже никаких дырочек не будет. Провязываем столбик в столбик и так довязываем до маркера. Всего в седьмом ряду получается тридцать четыре столбика. теперь восьмой ряд восьмом ряду тоже вяжем 34 столбика довязываем их так до маркера теперь вяжем 9 ряд провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 6 после 6 столбиков убавка один столбик снова убавка теперь 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 провязали так один раз повторяем второй раз 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 убавка один столбик убавка и Шесть столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В конце девятого ряда получилось девять столбиков. Переходим на десятый. В конце девятого ряда тридцать столбиков. Десятый ряд. Пять столбиков. Один. 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. 1 столбик. Убавка. 5 столбиков. 1, Два, три, четыре, пять. И повторяем второй раз пять столбиков. Один, два, три, четыре, пять. Убавка один столбик

Три, четыре, убавка один столбик, убавка четыре столбика, один, два, три, четыре. Повторяем второй раз четыре столбика. 1 2 3 4 убавка один столбик убавка 4 столбика 1 2 3 4 4 в конце 11 ряда 22 столбика теперь можно взять наполнитель и немного наполнить сердечко наполнителем вяжем 12 ряд провязываем 3 столбика 1 2 и Три убавка один столбик убавка теперь три столбика один, два, три, второй раз. Повторяем один, два, три столбика, убавка один столбик, убавка три столбика, один. Два, три. В конце двенадцатого ряда восемнадцать столбиков. Тринадцатый ряд. Два столбика. Один, два. Убавка. Один столбик. Убавка два столбика один два. Переходим на вторую половину и вяжем также два столбика один два. Убавка один столбик. Убавка два столбика 1 2 в конце 13 ряда 14 столбиков берем наполнитель и до заполняем наполнителем вяжем 14 ряд 1 столбик Ставим маркер убавка Один столбик, убавка. Один столбик. Повторяем второй раз. Один столбик, убавка. один столбик убавка и один столбик в конце 14 ряда 10 столбиков вяжем последний 15 ряд здесь провязываем 5 убавлений и немного еще до заполняем сердечко Одна убавка, вторая убавка. Берем наполнитель. Немного дозаполняем хвостик наполнителем. Довязываем 3. Убавка. 4. и последняя пятая отрезаем хвостик отправляем наполнитель и вот получилось такое сердечко теперь спрячем вот эту дырочку внизу игрушки за передние стенки каждого столбика проходим вот так иголкой. протягиваем нитку. Дошли до того места, с которого начинали. Теперь ниточку затягиваем. Прокалываем в середину. И все, никакой дырочки больше нет. И сердечко готово. Теперь свяжем вот такие черные крылышки. Но в видео я буду вязать белой пряжи для того, чтобы было видно, как их нужно провязывать. А вообще используем вот для крыльев черную пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И колечко затягиваем. В первом ряду получается 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 1 столбик. Следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда один столбик прибавка один столбик прибавка в конце второго ряда получилось 9 столбиков вяжем третий ряд провязываем два столбика Один, два, прибавка. Всего таких три повторения. Один, два, прибавка. Один столбик, второй столбик и прибавка. В конце третьего ряда получилось двенадцать столбиков. Четвертый ряд, три столбика, один, два, три и прибавка снова таких три повторения 1 2 3 прибавка и третий раз 1 2 3 прибавка в конце четвертого ряда 15 столбиков пятый ряд 4 столбика 1 2 3 4 после 4 столбика прибавка таких три повторения в конце пятого ряда 18 столбиков шестой ряд 5 столбиков 1 2 3 4 5 и прибавка таких три повторения в конце шестого ряда 21 столбик теперь седьмой ряд Складываем деталь вот так пополам. И теперь связываем за две половинки столбиками. И вот так довязываем до конца ряда. У меня получается 10. Получилась вот такая деталь, и теперь обвяжем край крыла, воздушная петля разворачиваем вязание. В первый столбик провязываем столбик без накида, 3 воздушных петли и делаем пико далее 3 соединительных столбика 1 2 3 далее столбик без накида 3 воздушных петли и провязываем пику теперь 4 соединительных столбика 1 2 3 4 столбик без накида 3 воздушных петли и провязываем пику вот получилось такое крылышко на крылышках оставляем хвостики для пришивания черной пряжей свяжем рожки делаем кольцо амигуруми в это кольцо ввязываем 5 столбиков 1 2 3 4 5 колечко затягиваем в первом ряду 5 столбиков переходим на второй ряд во втором ряду провязываем 2 столбика один. Деваем маркер. Два. Теперь прибавка. Деталь очень маленькая. Неудобно вязать. И 2 столбика 1 12 во втором ряду получилось 6 столбиков третий ряд вяжем 2 столбика 1 один маркер и 2 теперь провязываем а Две соединительные петли. Вот одна соединительная петля. Следующий столбик. Вторая соединительная петля. Далее два столбика без накида. Один и два. Без изменения осталось количество петель шесть. Четвертый ряд провязываем один столбик, следующий прибавка. Так будем вязать до конца ряда. Всего таких три повторения. Один столбик. Прибавка. Снова повторяем. Один столбик. И прибавка. В конце четвертого ряда 9 столбиков. Снимаем маркер отрезаем нить немного по чтобы можно было пришить деталь. И вот получается вот такие рожки вот такие маленькие. Теперь берем вот крылышко, нитку для пришивания я уже вывела вот верхнюю часть крыла прикладываем крылышко вот к боковой части сердечка. Вот захватываем за столбики на сердечках, на сердечке. И теперь за столбики вот на крылышке. Нитку подтягиваем снова на сердечке. На крылышках. Вот так пришили одно крылышко, эту ниточку прячем берем второе крылышко и пришиваем точно так же второе крылышко. вот так выглядит сердечко уже с пришитыми крылышками. Теперь я прикалываю рожки вот изогнутой стороной, там где были соединительные столбики, вовнутрь. И пришиваю. За основную деталь, за сердечко, Теперь за столбики на рожках. Снова основная деталь. Я их ничем не наполняла. Теперь за столбики на рожках. Основная деталь. И вот так пришиваем с одной стороны рожки. И потом переходим со второй стороны. Свяжем хвостик. Берем черную пряжу, делаем кольцо амигуруми. Вязываем столбик без накида. Три столбика с одним накидом. Один, два, три, полустолбик с накидом, столбик без накида, один столбик с накидом, столбик. Без накида полустолбик с накидом, три столбика с одним накидом, один, два, три и столбик без накида. Стягиваем. Поправляем. И вот получилось такое сердечко. И теперь вверх. Здесь можно сделать еще соединительную петлю. так теперь набираем цепочку из воздушных петель вот где-то так будет достаточно отрезаем нить по длине и будем пришивать этот хвостик и вот пришили хвостик, пришили карабинчик, и такое сердечко готово. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!